Встреча в кабинете главы города прошла душевно, за чашкой чая. Спортсмены делились своими впечатлениями. Глава, в свою очередь, поздравил ребят и тренеров с победами. Очень рад, когда вижу сообщение о том, что наши спортсмены достойно представляют и Архангельскую область, и в частности город Котласск, на таких серьезных соревнованиях, да, международного уровня, и привозят золотые медали, да, или чемпионские пояса. Это говорит о том, что спортивная школа в нашем городе, да, и в нашей области действительно на очень высоком уровне находится. Министерство спорта Архангельской области тоже отметило спортивные успехи котлашан. Им были вручены благодарственные письма за успешное выступление на соревнованиях международного уровня и повышение значимости спорта в регионе. Министерство спорта Архангельской области мы вручаем Матвею Вадимовичу Бегу. В разговоре задели важные вопросы. Главный из них – необходимость в городе универсального спортивного комплекса, в котором можно заниматься всеми видами спорта круглогодично. Говорили о том, что благодаря успехам наших спортсменов город становится более привлекательным и в туристическом плане. Люди, которые раньше никогда не слышали о Котласе, слышат, вполне может проснуться желание приехать в город для того, чтобы на него посмотреть. И это фактически в каком-то роде, ну, бесплатные маркетинговые ходы, да, реклама для того, чтобы привлекать сюда новых людей. Ребятам, которые становятся чемпионами, в соревнованиях завоевывают свои медали и титулы, важна поддержка не только со стороны болельщиков, но и власти.